Капризная декабрьская погода не помешала представителям старшего поколения собраться в Большом зале историко-культурного центра и отметить любимый с детства праздник. В расширенном составе бабушки и дедушки встречаются редко и всегда с радостью откликаются на такие приглашения. Я считаю, что это должно быть однозначно традицией. Мы очень рады тому, что количество участников активного долголетия растет. Мы стараемся сделать для них все возможное, расширить и спектр предлагаемых услуг. И устраивать всегда, конечно, домашние такие встречи, посиделки, чаепития. Отличное настроение, приятные слова, положительные эмоции – надежная комбинация для создания хорошего настроения на любом празднике. А для активных долголетов это еще и возможность пообщаться со своими друзьями и знакомыми. Это совсем мало времени. Еще немножечко пофантазируйте и загадывайте правильное желание перед Новым годом. И я от всего сердца желаю, чтобы именно ваше сердечное, важное желание было передано самому главному исполнителю этих желаний. Участники кружка «Танцы без границ» на празднике выступили дважды. Артисты рассказывают, что очень любят отмечать Новый год с друзьями, с удовольствием делятся совместными планами на будущее. Я считаю, что мы будем двигаться вперед с новыми достижениями, с новыми победами. И мы занимаем уже второе место по Подмосковью. И я думаю, что первое у нас всегда будет. Правда, ребят? Да. Игры, танцы, песни, загадки и гороскоп на будущий год – все по полной новогодней программе. Но какой же праздник без Деда Мороза? В роли главного волшебника Андрей Макалкин, давний друг Центра социального обслуживания. Подарочки, сладкие подарочки детишкам и взрослым детишкам тоже. Только хорошим детишкам буду дарить. На этом добром празднике радостные, довольные, счастливые бабушки и дедушки словно перелистнули страницы прожитого и снова стали детьми. А в такие моменты хочется верить и думать только о хорошем. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.